Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Начала вчера вязать шарфик. Вот, набрала здесь петли. Набрала 50 петелечек. Вязала резиночкой 2 на 2. Начало шарфика у меня вот здесь 15 сантиметров. И длину вот связала. Вот такую длина у меня. Так, 20, 40 и 60. 60 сантиметров я связала шарфика. Ниточка у меня закончилась. Вот так вот он выглядит. Очень красивый, розовый. Под комплект у меня шапочка есть и варежки. И теперь у меня вот такая вот бухточка. Вот она с такой бухтой я разматывала. Здесь у меня закончилась. Вот видите. Теперь мне нужно с такой бухтой скрутить клубочек, размотать эту бухточку. И дальше продолжить наше вязание. Шарфик я буду вязать. Две лицевые, две изнаночные петельки до конца. Длина шарфа будет примерно 1,5 метра. Снизу хочу сделать кисточки. Сейчас мне надо раскрутить бухточку. Раскручу бухточку, скручу ее в клубочек, чтобы она вязалась легко и удобно. Вообще пряжа очень хорошая. Вяжется очень легко и быстро. Вот я за сегодняшний день связала половину шарфика почти. Сейчас вот раскручу бухточку, потом до вечера закончу шарфик. Вечером у меня будет новый шарфик готов. Я вам его покажу. Ну, примерно где-то вот так. С этой бухты скручиваю в клубочек. Друзья, подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. Надеюсь, мое вязание вам понравилось. До скорой встречи в новом видео.